Охота на нелегальных таксистов. По принятому в этом году закону, каждый таксист должен пройти лицензирование, оборудовать машину шашечками и таксометром. Как выяснилось, по итогам рейда полицейских, для большинства частных перевозчиков закон по-прежнему не писан. Каждому из водителей такси, задержанным полицейскими, теперь придется заплатить штраф в 2000 рублей. Кроме того, на них, возможно, заведут уголовные дела за незаконное предпринимательство и оказание некачественных услуг. Сами задержанные, кстати, обычно не признаются, что работают в такси. Такси не работает. Ну, извозом занимаетесь? То есть сейчас вы как отвезли? Нет, я не занимаю, просто это на дорогах. Ждали эту женщину, останавливают и останавливаются. И все. Всего в период с октября по ноябрь текущего года сотрудниками полиции составлено 186 протоколов по фактам таких правонарушений, связанных с пассажирскими перевозками. Из них 70 протоколов за осуществление незаконной предпринимательской деятельности.